Привет! Ты на канале 6 класс ТВ. Меня зовут Марина, и я репетитор по математике. Сегодня мы с тобой решим задание под номером 585 из учебника «Математика. 6 класс. Вилен Кинжохов». Давай откроем учебник и прочтем условия задания. Итак, здесь очень интересная исследовательская задача. На озере находятся 7 островов, которые соединены между собой мостами, так, как показано на рисунке 28. На какой остров должен доставить катер путешественников, чтобы они могли пройти по каждому мосту и только один раз? С какого острова катер должен снять этих людей? И почему нельзя доставить путешественников на остров А? Ну что ж, давай посмотрим на наш рисуночек. Вот этот рисунок. Сразу хочу заметить, в книге, если не ошибаюсь, 2014 года не нарисован вот этот мост. Сразу говорю, это рисунок ошибка, потому что если вот этого моста не будет, то задача не имеет решения, в принципе. Как ни решай, она не будет иметь решения. Можешь сам проверить или сама проверить, да? То есть без этого моста здесь обязательно должен быть мост. Если у тебя учебник 2014 года, поставь карандашком вот там мост. И тогда задача может решиться. Итак, каким образом мы будем смотреть? Для начала нужно посмотреть на каждый остров и посмотреть, сколько к нему ведут, сколько у него мостов. Так, вот Е, например. Три моста, то есть, если на него пришли, то с него должны выйти, зайти и выйти. Может такое быть, да? F. Если F и на него зашли, то с него могут выйти и потом зайти и снова выйти. Тоже может. К. На него, если приехали, мы сейчас решаем, с какого острова начать, да? К. Если на него приехали, с него вышли, затем зашли, то есть должно закончиться на одном и том же мосту. На одном и том же мосте. Но если мы посмотрим, это будет просто нереально. То есть мы приходим к выводу, что мост должен иметь непарное количество мостов. Да, непарное. Если это парное число, то это какой-то промежуточный мост, но не тот, на который должны его доставить. Посмотрим, что у нас есть с непарными мостами. У нас есть Е, здесь три моста. Есть F, раз, два, три. D, раз, два, три, четыре, нет. С, раз, два, нет. А, раз, два, три, четыре, нет. Б, раз, два, три, четыре, нет. То есть вообще шикарно. Мы видим, что Е есть и F есть. Ну что ж, давай будем пробовать с чего-то начинать делать. Итак, ну я предлагаю начать с Е. Начать с Е и просто перебираться туда. Я сразу буду строить то, что я уже построила в конечном итоге. Но понятно, чтобы прийти к этому итогу, мне пришлось парочку вариантов все-таки перебрать. И так, начинаем мы с Е. И будем ставить сначала к А, затем к Б. С Б мы пойдем на С, затем на А, затем на Д. Потом снова на B поедем, потом на E, на F. Так, дальше с F мы будем двигаться на D. На D, с D на K и с K на F. То есть здесь начало и здесь будет конец. Ну и соответственно, смотри, если здесь конец, то мы можем же пойти и в другую сторону. Логично это? Конечно. То есть, если в другую сторону двигаться, мы получим то же самое. Значит, мы можем начать с острова под буквой F, а закончить островом под буквой E. Ну, давай это нарисуем тоже. С F мы двигаемся к K, затем D, затем снова F, E. Ну, или И английская, но я называю Е, пускай. И, да, Б, дальше Д, с Д на А мы пойдем. Так, с А на С, Б, А,
Марина и Илье наша закончили. То есть, понятно, можно двигаться в одну сторону и можно двигаться в другую. Следующий, последний вопрос. Почему нельзя доставить путешественникам на остров А? Ну, это я уже объясняла, да, потому что у нас здесь парное количество мостов. Если сюда его доставили, то они отсюда вышли, зашли, вышли и снова зашли. То они должны закончить снова на этом же острове. А это, ну, если вы попробуете любыми путями походить, это нереально. Поэтому из-за того, что здесь парное количество, они должны отсюда выйти, зайти, выйти и зайти. Это нереально. А так они зашли, вышли, зашли, вышли. То есть они должны зайти сюда с какого-то острова. То мы понимаем, что А это промежуточный остров. Ну вот и все. На этом видео мы задание решили. Если тебе понравилось наше видео, поставь лайк. Если есть вопросы или комментарии, оставляй их под видео. Также, если ты еще не подписан на наш канал, то подпишись, чтобы не пропустить новое видео. Ну а я со всеми прощаюсь. До следующего задания.